Вот комбайн будет, комбайн, говорю, бульдозер заправляться. Едет заправка. Ну, правда, уже к 11 дело приближается. Так и говорили. Вот оно. Это сегодня у нас вторник. Видимо, 8 сентября. Вот они. И как посмотрим, как заправляется. Это их цена. Вот вчера мы, он приехал, ехал 6 часов ехал почти с половиной. Ну, посчитали, как рабочие, по 1500 за час, и получается 9,5. Итого получается что? 18. Обратно, если почти 20. Поэтому мы сегодня посчитали, он расписался, Алексей, это Александрович. Это заправляет. Все это официально. Это Коршинская договоренность. Нужна была ему канистра. Я Игорю позвонил. У него молочный день сегодня. Ну, в гараже сказал жене Елене Анатольевне на 20 литров масла, чтобы было. Вот. Узнали, что он сегодня ел. Будет, нет, среду, пятницу соблюдает, нет. Ну и все остальное. Старались узнать, чтобы ему было хорошо. Батюшка завтра баранчика чикнет. Вот. Молочный не очень, только сливки. То есть у нас он не будет. Дала дядя, как там был, один раз, говорит, ел и 120 рублей там каждый день в шарщине. Звонил сегодня Валерий, он говорит, я рад, что находите общее. Я говорю, мы уже нашли его. Вот мы с ним. Это вот ничего Евгений. Его нету сегодня, трактор нам нужен перевозить стволы тополя на следующий пруд. Ограждение сделать. Для глины, чтобы не сыпалось в сторону. Видите, как Господь усматривает. Молились, мы верим, что это по молитве. По молитве. С кем мы договаривались раньше, там не получилось, какие-то у них не урядицы, платформа никак. Вот вчера он ехал, 6,5, сейчас вот все это посчитали сегодня. В 4:30 выехал, в 11 пришел. 25 километров до Шаршина. Это Господь так сделал. Что расстояние тут и... Вот отошел. Показать, что делает бульдозер. Начал полтора часа еще работал. Вот уже на трассе прямо подбегает глина. Он дошел до глины. Сашенко Алексей Александрович. Видно, что мастер своего дела большой. Вот какую площадь он полностью освободил от верхнего слоя. А дальше туда, там лох идет, там нельзя. А здесь глина. Дошел до глины. Сейчас глину вытаскивает на трассу. А дальше уже видно, какой разговор будет.
молились, просили, чтобы Бог дал хорошего помощника. И видим, что Бог ответил. Я, как правило, сразу бегу по всем, всем сообщаю, все молятся, бабушки. Вот видите, сегодня началась настоящая уже работа. Но это не плотина. Это перед плотиной дорогу решили выправить. Это обойдется дорога нам дороже, чем сама плотина. 15 примерно требуется машин привезти, по 4 тысячи. Считай, 60 тысяч только на песок. Потом щебень крупный. Если 10 придет, 10 тысяч. 10 машин, 100 тысяч. А потом мелкий только. Дорогу делать большое удовольствие в частном порядке. Помидоры собирать и все. А себя проверить, на что мы способны. Пошли на ту сторону пруда, там работают наши братья, они решили посмотреть, там где Сергей. У меня руки трясутся, я плохо снимаю. Вот они там. Это, видать, ерема. Похоже, что там. Анфиса. Сергей им там рассказывает. А там только головенки, видать, он работает. Работают Никита и Володя. Не могу нащупать, где они работают. Видать, не видать, ничего не знаю. Это через озеро приблизил, руки трясутся. Такую работу проделали, никто не верит, что это вщетвером. Весь берег сегодня ощущают дальше. Защищают, палаткой выносят эти такие деревья. Это пруд заросший, никуда не годный, кроме комаров. А если благополучно все будет, значит, будет рыба. И другой климат в этом месте будет. Ну, там что-то Виктор Николаевич работает на комбайне. Пришла Ивана. Школе. И она преподает иностранный язык. Она владеет французским языком. Я ее спрашивал, говорю, узнают тебя французы, что ты не француженка, а белорусская. Да не знаю. Ну, только французов надо спрашивать. Ну, на ходу я так говорил, какие предложения. Она все переводила. Вот, отошел. Thank you.
делают бульдозером канавы возле дороги, чтобы вода по ней проходила.